Ну, сегодня я хотел бы поговорить о теореме Гёделя. Но на самом деле я вот не буду вдаваться там в математические подробности. На самом деле, как бы вот, если я попытаюсь как-то подойти к ним с какой-то философской стороны, меня, собственно, интересует некоторого рода вот семантическая сторона этих теорем. Ну, зачем это нужно? На самом деле, как бы вот эти теоремы, как мне видится, они связаны как-то с проблемами рефлексии. И как бы я лично там изучали сознание, да, вот постоянно сталкивались с тем, что вот рефлекс это своего рода какая-то вот рекуренция, да, как бы субъекта самим собой. И более того, такого вида рекуренции можно найти в философии там неоплатоников в виде принципа одного, когда принцип одно или там единое, да, применяется сам к себе. То есть под этот принцип подходит и все остальное, и он сам по отношению к себе. И вся как бы система выстраивается именно вот помимо того, что к одному приобщаются все остальные как бы принципы и сущности, да, сам принцип одно относится к самому себе. Точно так же как бы вот другой стороной вот рефлексии является то, что, ну, согласно моим исследованиям, если верить тем гипотезам, которые были предложены, ну, все эти исследования можно увидеть там на видео. Я сейчас не буду на них останавливаться, то рефлексия в том смысле, как она понималась в классической философии, она невозможна, и она возможна или должна пониматься, да, вот, по своему смыслу совсем иначе. Да, то есть то, что называется рефлексией, точнее, когда мы говорим о «я», это рефлексия, обращенная на самого себя, уже мы называем самосознанием, классическая философия называется самосознанием. Это нечто иное, чем считается классической философией. Да, потому что в классической философии, начиная с Декарта, как бы рефлексия, это понимается как улавливание, схватывание «я» самим собой. Ну и как бы еще другая задача, да, вот того, что я хочу сегодня немножко рассказать, состоит в том, что вот Игорь предложил некое новое направление философии, если так можно выразиться, какая-то негуманитарная философия, да, то есть философия, которая бы опиралась, ну я уж не знаю, там, на принципы, допустим, математики, там, или там, пыталась как-то от физики отталкиваться и какие-то выводы делать. Если можно так понять, что такое негуманитарная философия, то в некотором отношении вот мы сегодня, может быть, затронем на этот вопрос. Ну и третий вопрос, который меня интересует, и почему вообще я обратился именно к теореме Гёделя, да, что вот интересно, я вот постоянно пытаюсь понять проблему связи логики и языка. На самом деле, это как бы связь нетривиальная. Всякий раз получается так, что хотя логика и укоренена в языке, тем не менее язык это нечто более широкое. И всякий раз как бы неухватываемо, да, и непонятно, как о нем высказывать. И мне кажется, что один из смыслов теоремы Гёделя как раз состоит в том, что язык вот, это нечто иное, чем вот как мы привыкли, например, считать как в классической философии, да, что язык и средство выражения, там, смысла и прочее. Ну, давайте как бы я просто расскажу, в чем состоит теорема Гёделя, я не буду затрагивать математическую часть. Собственно, если вот рассматривать по смыслу, как она доказывается, берется как бы вот некоторого рода язык и формальным образом описывается, да, что в языке есть некоторого рода символы, из символов строятся слова или термы, да, выражения. И из этих слов как бы на основе некоторого рода логических знаков строятся некие формулы. То есть вводятся логические знаки, да, какие-то кванторы, и на основе них строятся формулы. Да, вот и объединение вот этих термов и формул составляет некий язык. И, собственно, вопрос ставится о том, является ли этот язык, доказываются ли все ли формулы этого языка доказываются. Да, можно ли... Почему язык? Формальной системы. Ну, я потом к формальной системе перейду. Я просто сначала как бы общий разговор, да. Ну, задача как раз Гёделя состояла в том, чтобы заняться как раз формальной арифметикой, да. Язык шире формальной системы, и разговор о языке там не идет. То есть ситуация, она такова, что у тебя есть слова, у тебя есть предложения, то есть это которые... составляют формальную систему. Есть некий набор утверждений, которые называются аксиомами. Тебе надо показать, что выводится ли согласно принципам логики, да? Согласно принципу логики, все ли высказывания этого языка
из этого набора суждений. Да, действительно, вы правы, это формальная система. Потому что формальная система, что язык, вот наш, ну, в смысле, и любой язык, он состоит из неких вот дискурсов формальных систем. С разговором не о полном языке, не о всем, что, все, что угодно я могу сказать. А именно то, что я могу сказать конкретные уравнения, конкретные выражения из каких-то аксиом. То есть это уже формальная система, это часть языка, выделенная. Потому что полностью о языке говорить бессмысленно. То есть эта вся штука погружена в логику. Логика, она погружена, ведь ты уделяешь синтаксис, же есть какой-то. Ну, как бы система делится на три вида. Действительно, на синтаксис, на некую роду семантику и дедуктику, да, как бы вот. Ну, давайте я попробую. Тут еще проблема. Что есть что? Тут еще проблема, да, сначала, в чем проблема-то состоит? Проблема состоит в том, на самом деле, что вот существует такой список проблем Гильберта, да, и все, эти вопросы о непротиворечивости и полноте математики свели к вопросу о непротиворечивости и полноте арифметики. Формально отметить. Если бы как бы было бы доказано какими-то средствами. А показать это можешь когда-нибудь видеть? Нет. Это и многие вещи, которые я не могу показать, это требует, наверное, отдельного исследования. Но вот можно принять на веру, что, собственно, вся проблема непротиворечивости и полноты математики сведена к проблеме непротиворечивости и полноты формальной арифметики. И, собственно, как раз именно конкретно Гёдель занимался тем, что пытался показать. А арифметика это что такое? Арифметикой понимаются все числа, натуральные числа и произвол, и все действия натуральные числа. Наверное, нужно было еще чуть пораньше взять, исторически. То есть вопрос аналитической философии, вот, что можно ли весь мир описать логически, логический центризм, да? То есть когда логоцентризм. И вот именно теорема Гёдель была та граница, которую до них верили, что вот мы берем язык, и в языке любые осмысленные высказывания составляют некую систему, которая может быть полна и непротиворечива. И тогда мы сможем создать единую теорию и описать весь мир. Вот, и вопрос, можно ли это или нельзя. И было показано, что любую эту систему можно свести к арифметике. И тогда вот в арифметику мы берем арифметику. Даже любую систему можно свести к арифметике. Но любую формальную систему можно свести к арифметике. И тогда, если мы докажем, что арифметика может быть полна и непротиворечива, тогда можно действительно искать систему как единую логическую систему описания мира. То есть откуда вообще сама задача была поставлена? Задача вот из венского кружка, логоцентризма, что нам нужно показать, что если мы логично рассуждаем, то мы можем обосновать все, что угодно в пределах логики. Ну, это на самом деле тогда еще можно дальше двинуться, можно когда как раз к Гегелю обратиться, собственно. Нет, Гегеля там нет. Это действительно проблема именно венского кружка и проблема логоцентризма. Это как раз и Гегель тоже логоцентрист, потому что нет, Гегель это, считает, что всю на все науки должны быть. Это логика у него диалектическая. Поэтому есть вот чисто формальная логика. То есть чисто формальная логика. То есть вообще проблема начинается с Финкенштейна. То есть, что если ты рассуждаешь нелогично, то значит твои высказывания являются бредом сивого кобылы. То есть, а если все предельно логично, ты значит что-то описываешь в мире. И при этом мы можем составить такую систему логических высказываний, которая полностью опишет мир. Вот. Дальше, поскольку мы не можем оперировать логикой на словесном уровне, вот формально, то нужно доказать, что логика можно свести к арифметике, а если мы докажем, что арифметика будет у нас полна и непротиворечива, тогда мы сможем и реализовать программу венского кружка, реализовать программу логического описания мира. Гёдель показывает, это нельзя. То есть вот в чем. Ну да, ну может быть, можно действительно брать и так широко вопрос. Ну, как бы это классическое такое, насколько я понимаю, представление. Так, а под арифметикой понимается все-таки натуральные числа только, плюс операция умножения числа. Через натуральные числа можно и все другие числа вывести, правильно? Ну. И поэтому понимается натуральные числа, там, ну, 0, 1, натуральные числа. Операция сложения и умножения. Да, вот это операция сложения. То есть всю математику можно свести к арифметике, а всю логику можно свести к математике. То есть такая задача стоит. То есть это было более-менее показано, что можно свести к арифметике. Поэтому, доказывая, что на уровне арифметики, можно уже это экстраполировать и на всю логику. То есть, если, скажем, то есть это не строго, но если мы докажем, что арифметика полна
и не противоречива целиком, тогда можно говорить уже о полноте и непротиворечивости других логических систем более сложных, чем арифметические. Самое интересное, что как бы можно найти, что все-таки доказали, что арифметика не противоречива. Я, честно говоря, этих доказательств не знаю, но они построены там специфическим образом. То есть отказываются от аксиоматических построений, отказываются от финитных заключений, трансфинитные там возникает рассуждение и дедуктика там. То есть с этим надо разбираться, что якобы вот, я уже имена там не помню, там, да, по-моему, ну, есть, короче, раздел математики, который якобы, да, когда они каким-то образом доказали противоречивость арифметики. Вы меня просто, может быть, я просто плохо знаю эту ситуацию. Ну, вот у нас есть аксиоматическая система Сармела-Френкеля, да? Вот в Сармела-Френкеле у нас получается, что из нее следует арифметика, индивидуальные числа. Например, я знаю такое хорошее утверждение, что если мы отказываемся от некоторых аксиом систематики Сармела-Френкеля, то мы имеем несколько незаморных понятий натурального числа. А у тебя получается наоборот, то есть как бы вот простая эта штука, она дедуктирует, и у Александра так же получается. Ну, это программа Гильберта, а то, что... Сармела-Френкеля? Сармела-Френкеля – другая программа. Нет, дело в том, что немножко другая проблематика. Здесь нужно проблему поставить. Ну. Вот. И формулировки самих теорем, тогда станет понятно. Либо тогда понятие арифметики, в смысле, йода или другое, чем просто простой операционный дуальный чистый. Ну, суть состоит в чем, на самом деле? Если арифметику можно вообще не упоминать, насколько. Есть такая процедура, на самом деле, да, арифметизации, да, согласно которой все любые формулы математики по определенному рода правилам взаимоднозначно можно перевести в числа. И полностью все... Здесь проблема не в том, что все сводимо или не сводимо к арифметике, а то, что теорема Кёдрова доказана в арифметике. А дальше уже можно думать, как из арифметики перенести их на другие логические системы. То есть вообще, в принципе, теорема Кёдрова формулируется не для арифметики. То есть доказывается арифметически, но формулируется не на уровне арифметики. Там вообще не употребляется слово арифметика. Ну, нет, как раз он про арифметику речь идет. Нет. Вопрос же идет какие-то. Нет, речь идет о... Достаточно сложная формальная система. Не говори. В самой теории. Это уже обобщение. Вы меня такое объясните. Если доказательство, если говорить, что арифметика это два как бы натуральные числа плюс операции, я знаю, этот факт знает твердо. Что если у нас лежит не Сармела-Френкеля в середине, у нас два, например, может возникнуть две системы незаморных натуральных чисел. У нас что, две арифметики? Еще раз говорю, что тут зависит от того... Не та проблема. Тогда что такое арифметика? Здесь арифметика лишняя, даже можно упоминать арифметику. Ладно, то есть, скажем, арифметика здесь только то, что было доказано при применении арифметики. То есть, да, как раз сама эта теорема доказана специально, как бы, чтобы показать, что вот программа Гильберта, вот, она неосуществима. Собственно, это конец, как бы... той программы, которую Гильберт предложил, формализации всей математики, сведения вопросов непротиворечивости полноты к вопросам, связанным с конкретно этих же вопросов в арифметике и так далее. То есть, собственно, она же также доказывается исторически. Так, а мне казалось, потом обобщается на любые формальные системы. Неправильно думал. Я-то думал, что программа Гильберта в том числе состоит в том, чтобы вывести всю аксиоматику математики из математической логики. Дело не в аксиоматике, а проблема непротиворечивости и полноты. Ты каждый раз вопрос ставишь иначе. Вопрос идет о том, чтобы доказать, на самом деле, что математика, она не противоречит самой себе. Это может быть так, что... Или не полна. Или не полна, да. Ну, это как раз и есть, но... Это же некоторые метавопросы, да, правильно, по отношению к математике. Мы, сделаем, мы тогда поймем, что на каждом уровне математического знания где-то мы необходимо введение дополнительных этих аксиом, не сведящихся к аксиомам, скажем, математической логики. То есть здесь вопрос не в том, что вот мы берем арифметику и как бы ее ограничиваемся только ей, что ничего другого нет, а в том, что мы ее берем и на ее примере показываем. Все-таки на примере. На примере. Я считаю, Влад, ты говоришь, что не на примере. На примере. Ну, что... Вы как бы в обобщенном смысле понимаете, потому что вот действительно можно потом выводы... То есть если показано, что арифметика не полна и противоречива, вот, тогда не имеет смысла говорить. Да. Тогда не имеет смысла говорить о любых логических системах. Это да, Вот это так было. Это так, вот, да. Именно этот смысл был. Я согласен. Что берем любую логическую систему. Достаточно сложную. Да, совсем достаточно сложную систему. Потому и смотрим, может ли она быть
Если она вот достаточно развита. Ага. А если арифметика... То значит любая другая. Да, это понятно. Вот это здесь да. Вот такой смысл. Согласен, согласен. Именно философский больше смысл. Там почему любая другая? Нет. То есть, если мы доказываем, что арифметика не пола, просто мы... А что она наиболее строгая? Я сейчас объясню, что давайте я со свою точку зрения сейчас выскажу, может быть она неправильная, да, я сам пытаюсь разобраться в этих вопросах, достаточно сложных и там разветвленных. На самом деле, мое мнение здесь такое. Зачем нужна вот это вот достаточное богатство, да, которое связано с тем, что обязательно разговор идет об арифметике? Потому что только на базе как бы арифметики удается доказать саму теорему. Да. То есть, если бы не было бы возможностей таких, это внутри некой формальной системы, да, именно внутри арифметики нет, то просто невозможно о ней высказать. То есть это эти факты, связанные с неполнотой, да, и просто высказать невозможно. Но чтобы их высказать, да и вообще дискутировать в этом направлении, пытаться доказывать либо опровергать, нужно такое богатство. Поэтому арифметика здесь имеет вот именно это значение. Но изначально, как бы, да, она. Эти теоремы направлены именно против программы Гильберта. Потому что, ну там вот еще Рассел, да, занимался тем, что вот они тоже сводили всю математику к арифметике. Они же путем какой? К чему сводили? Они придумали вот процедуру арифметизации. Таким образом, что все формулы, да, все формулы математики вместе с выводами, да, то есть с дедуктикой, они сводились к некоторого рода числам, по определенному роду процедуре. Кстати, и если это... операции с этими числами, да, как бы внутри арифметики не противоречивы, то отсюда следовало, что и вся математика не противоречива. Ну, может быть, по крайней мере, можно об этом говорить. Кстати, у меня тогда такой вопрос возникает. А, ну, скажем, понятие множества, центральное понятие математики, оно что, как бы, как вот, как понятие множества с арифметики? Арифматизируется, а я в это не верю, например. Я, честно говоря, честно, это не верю. В данном случае это не та проблема, которую мы обсуждаем. Здесь. Стас, я как бы... Была пытаться рассуждать именно так. Стас, я не знаю. Есть некоторые вещи, которые я не знаю, как это делается, надо взять, вот, например, там, трактату. Рассел Уайтхед, по-моему, этим занимались. Ведь, да. Можно посмотреть, а там... Имеет смысл, например, как я понимаю то, что нам высказал Александр, это происходит таким образом. Вот у тебя есть некая сложная математическая структура, например, топология. Она есть арифметика, плюс некие дополнительные утверждения аксиома. Согласен? Если ты хочешь задаться, насколько эта система может быть являться непротиворечивой и неполной, да? Насколько она. Тогда ты берешь мелкую подсистему, потому что арифметика, да. Потому что топология – это арифметика плюс еще что-то. И для этой самой арифметики доказываешь, что она либо противоречива, либо неполна. Либо неполна. И таким образом ты можешь сказать про любую другую математическую структуру, например, через дифференциальную геометрию и алгебру. Так, минуточку, сейчас, секунду. Так, если, ну, хорошо, мы, допустим, арифметика не полна, так если мы, скажем, к ней добавляем еще плюс специально топологический аксиом, мы можем... Не будет, не полна. А почему? Будет. Может, она полна, наоборот? Нет, дело в том, если у нас есть некая система, и плюс еще что-то, значит, вообще, что значит не полна или противоречива? Мы записываем некоторые уравнения и должны доказать... Нет, если противоречива, то да, а это понятно. А если не полна, так мы можем, допустим, например, топологию, то есть... К собственно арифметическим аксиомам добавляем еще патологический и может станет полной. Может быть, это как раз та самая часть, которая... Которой не хватало. Да. Которой не хватало, да. Которая дополнит основную. Вот, если любой формальной системы напасно, что любая система аксиом либо неполна, то ли противоречива, ее минимальная часть неполная и противоречива, чтобы, значит, эта теорема Кёдля таким образом говорит, что пополнить ее нельзя. Нет, это она так говорит, но тем не менее есть другие доказательства, да, которые опираются на другие принципы, которые указывают, что... арифметика не противоречива. Которые? Которые что? Которые тоже доказываются. Нет, ты просто 4 раза употребил слово «которые», поэтому я решил, что хорошо будет. Будет еще продолжить. Да. Ладно, ну как бы давайте перейдем, собственно, что я хотел сказать. Доказательство там, первая теорема, она в чем состоит? Если система не противоречива, то в ней существует формула. То в ней существует формула, которая не может быть ни выведена, ни опровергнута. Вот так. Первая теорема. В иной формулировке там она как бы более обобщенно звучит как-то так, что если
надо было мне выписать. Я помню такой формулу, что в любой достаточно полной логической системе, достаточно богатой логической системе существует высказывание, истинность или ложность которого доказать невозможно. Вот одна из формулировок, так, наиболее распространенных и именно полезных для философии. То есть, если не понимать математики, говорить о философии. Вы просто тупите, и у вас истинность и ложность какие-то дополнительные понятия. Нет, это не дополнительные. То есть, если есть формальная система, она состоит из истинных суждений. Не просто, когда мы говорим о том, что она выводима на самом деле, или не выводима, она выводима истинность. Нет. А не важно, аксиома истинна или нет. Это нет, дополнительные. Нет, наоборот. То есть, не наоборот, выводимость – это и значит истинность. Вот я вот как раз этот вопрос и хотел как раз семантической стороны затронуть вопрос об истинности. Здесь как раз возникает этот вопрос. Дело в том, что аксиомы могут быть неистинными, но нет, они могут быть совместно не противоречивыми. Нет, аксиомы всегда истинны по определению. Как? Почему? Мы можем построить тему? Нет, аксиома – это по определению. Ты же сказал, что сейчас не противоречивы. А если система аксиом не противоречива, значит, по определению… Аксиомы могут быть совокупно не противоречивыми, но каждый из них может быть ложным. Как это? Нет. Аксиома – это по определению то, что истинно. То, что дано. Ну, просто аксиома, то есть аксиома определение называется то, что истинно. Еще раз говорю, что вопрос истинности – это вопрос внешний по отношению нет, к системе. Нет, это как раз внутренний. Правильно. Логическая система – это система истинных высказываний по определению. То есть вот если мы говорим, у нас есть логическая система, то это значит, что любое высказывание этой системы истинно. Если оно ложно, то оно не входит просто в эту систему. Как бы ложность аксиомы. Как мы доказываем ложность и истинность чего-либо? Аксиома. Смотри, давайте я уж рассказываю. Просто получается так, что я что-то там говорю, а возникает эти. У меня есть какой-то свой. Альтернативная точка зрения. Да, альтернативная точка зрения. Вопрос следующий состоит. Смотрите. Формулировка. Как строится система? У нас есть некие аксиомы, да, которые, которые мы принимаем на веру. Так это есть истинность. Нет, ну как что? Это есть истинность на веру. Берем на веру снег черный. Нет, снег черный. Это да, это истина. Нет, ну да, истинность. Минуточку. Истинность и ложность аксиом предполагают некую как бы мета-аксиоматику, то есть как бы некую систему аксиом включая, или как бы, что сами эти аксиомы являются утверждением в некой другой системе аксиом. Только тогда можно они говорить о истинности. Они же сказано, что они не противоречивы. Значит, они аксиомы. Вот. И есть из них суждения. Так вот, если они не истинны, то выводы из них не будут истинны. Да это я понимаю. Поэтому они по определению истинны. Да нет, они просто по определению аксиомы. Это значит, они истинны в данной системе. То есть аксиомы в любой системе по определению истинны. Ну, относительно, ну, как бы относительно. Внутри этой системы. Да. Относительно этой системы они истинны. Но если, как говорит Булат вначале, они не противоречивы. Нет, аксиомы не могут противоречивы. Аксиомы – это суждения. Они не могут противоречивы или не противоречивы. Между собой. Между собой? Конечно. Ну, нельзя построить никакую логическую систему на двух взаимоисключающих аксиомах. Нельзя. Потому что они по определению должны быть истинны. Булат с этого формулировку начинает, что если у нас есть по определению какая система не противоречивых аксиом. Нет, ну, не противоречивая система. Это разные вещи. Да, противоречивые аксиомы? Да. Нет, аксиомы по определению. А как что значит противоречивые? Система? О чем она отличается? Да в системе могут быть. Кстати, система не противоречивых аксиом. Нет. Это одно и то же. Нет. Может быть, система аксиом всегда истинна. Да. По определению. Оставится вопрос, каждое ли выведенное из этих аксиом суждения будет истинно в этой системе. Булат же не так формулирует. Да, я немножко не так формулирую. На самом деле есть аксиоматический метод построения системы. Когда действительно берутся аксиомы, они принимаются в качестве истины на веру. И говорится, что, допустим, взят какой-то логический вывод, там, да, и согласно этому логическому выводу, из истины следует истина. Да? И все, и все выведенные формулы тем самым становятся истиной. Да. Вот это стандартный аксиоматический метод. Но на самом деле, тот вопрос, который я хотел рассказать, оно состоит в том, что в каком-то смысле аксиомы уже в системе формально, они выбраны произвольно. Можно выбрать другие аксиомы. Можно выбрать другие. Но все они будут истинными. Да, все они будут истинными. Ну вот и мы как бы немного вперед забежали, конечно. На самом деле, давайте сначала как бы вернемся к теореме Гёделя. В чем как бы там проблематика, как доказывается, что существует такая формула, да? Доказывается тем способом, что просто выстраивается. Да? Поскольку внутри системы есть возможность, внутри системы включена дедуктика, да, вот включен второй уровень, вот есть два уровня, да, уровень объектный, да, уровень
в системе, например, всей арифметики есть объекты, это стандартные объекты, да, вот, на которыми совершаются операции. А есть как бы вот уже логические операции, да, на которые совершаются над этими объектами. Вот есть слова, условно говоря, да, которые записаны на первом уровне. А есть как бы над этими словами логические операции. Это то, что связано с дедуктикой. На самом деле проблема состоит в том, как вот мне видится, что в системе формальной существует вот этот второй уровень. И вот существует некоторого рода рекуренция между первым и вторым уровнем. Так вот, почему это так? Потому что как доказывается, собственно, эта теорема? Она доказывается тем способом, что внутри этой системы, этой же системы принадлежит высказывание о том, что, вот, например, ну, обозначим это высказывание А. А не выводится в системе. То есть и это выражение, то, что А, высказывание, не выводится в системе, оно рекуррентно. Да, то есть содержание высказывания А есть, А не выводится в системе. И получается, что если его записать формально и точно так же, как бы, ну, с условиями согласия со всем синтаксисом, то оно полностью соответствует тому, что оно принадлежит этой системе, с одной стороны. А с другой стороны, если это высказывание, да, вот наше высказывание А, вот А, его содержание состоит в том, что А невыводимо. Выводимо в S. И теперь получается так, что если А, два случая у нас, выводимо, то согласно своему содержанию оно ложно. Оно ложно, да? Поскольку оно выводимо, а поскольку тут написано, что А оно невыводимо, оно ложно. Получается, что выводимо ложь. Система а должно уже быть чем-то, какое-то содержание иметь, помимо того, что оно невыводимо. Нет. Невыводимо вот, что? Вот это вот высказывание А невыводимо в С, оно может быть формализовано внутри системы. Оно не метасистемно. Да? Вот, если бы в системе внутри не существовала возможность говорить, ведь в чем суть вопроса состоит? Что мы должны изнутри арифметики доказать ее. Ну, внутри формальной арифметики, или, как предлагает Александр Болдачев, брать просто более широкую, да, просто внутри формальной системы, которая достаточно богата, мы должны доказать ее непротиворечивость, полноту изнутри. То есть, иначе говоря, у нас изнутри вот, возможно построить такие высказывания, которые являются, по сути, метатеоретическими, но они принадлежат внутри самой системы. И получается, что если мы говорим о том, если А выводимо, то есть, ну, по факту, то она является ложной, значит, выводимо ложь, значит система противоречива. Если А невыводимо, значит оно истина, поскольку это и есть содержание, истина. Ну, значит система не полна. Вот тут не противоречиво, а здесь не полна. Почему не полна? Потому что А является истинной формулой, да, вот она истина, а с другой стороны оно невыводимо. Ну типа подобрей. Да, на самом деле здесь типа есть. В чем тут проблема-то? Проблема состоит в том, что А, такое высказывание рекуррентное, оно, ну, иногда указывает на высказывание, на суждение «я лгу», или там, можно там, действительно, похоже на парадокс Брадобрея, и вообще тут похоже на какого-то рода парадокс, а все парадоксы, они связаны с некого рода рекуренцией. Да, просто меня интересует, что за система такая, в которой, возможно, высказывание они выводили. Ну, тут надо было бы рассказывать, если входить в это... подробности, и задается некий принцип арифметизации, согласно которому каждой формуле сопоставляется некого рода число. И просто вот этой формуле можно ее формализовать и сопоставить некое число. И она принадлежит арифметике, потому что арифметике принадлежит все числа. Суть-то вопроса в чем состоит? Я вот просто хотел, это, во-первых, указать на то, что вот тут странное получается. Это высказывание, оно имеет странный характер. Да, оно... Ее истинность, она не является истинностью, связанной с аксиомами, да, потому что если мы вот есть как бы три вида истинности, да, тут вот как бы сразу возникает разговор. Первый вид истинности – это связано с референтностью, да, вот некий внешний, референтная истинность. То есть мы указываем на некое положение вещей. Но это нас не интересует, да. Потому что это вне формальной системы. Ну, я согласен, да, просто я, да, чтобы указать все. Вот референтная истинность. Это надо было до того, как мы строим формальную систему. Вот когда мы об аксиомах что-то высказываем, надо, вот мы выбираем аксиомы, можем на основе вот референтной истины брать какие-то стандартные высказывания, да, которые просто соответствуют тому, как на самом деле. Вторая истинность, она связана вот с логической истинностью, да, которая связана с тем, что предполагается, что аксиомы берутся наверх, что они истинные, из них выводится истинная теорема.
Плюс операции, две операции на выход. Да. И вот третья истина, которая вот странная такая, она вот является авторефентной. Вот это вот как раз истина, связанная вот с этим высказанием. В чем тут суть? Дело в том, что это самоисполняющаяся какая-то истина. Дело в том, и получается, если исполняется содержание того, что говорит высказывание, то тем самым оно становится истиной. Оно не является ни референтной истинностью, ни логической истинностью. Можно изобразить это еще тем способом, что вот вся система, вот я говорил о том, что аксиомы своего рода, некоторого рода произвол, и мы можем выбрать аксиомы по своему усмотрению, в зависимости от того, как нам удобно. Ну так, математики делают, можно одни аксиомы выбрать, можно другие аксиомы выбрать. Потому что аксиомы, по сути, это тоже некоторого рода теорема, да? Только которые поставлены там во главу угла, то есть и они приняты, ну, да, как бы доказаны. В системе, в суждении... То есть, на самом деле, система можно представляет собой некую просто связанность многих высказываний. Вот я рисую, каждый, будем считать, что в каждом узле тут вот своего рода некоторые высказывания. И вот они как-то с друг другом связаны по некоторым направлениям. Да, там одни более обобщающие высказывания, другие менее обобщающие высказывания. И вот среди этих высказываний, на самом деле, вот, и причем это я сейчас рисую дедуктивную связанность. Потому что мы еще идем как раз о формальных системах. А с точки зрения дедуктивной связанности, вот то высказывание, которое я говорю, что оно неуводимо в этой системе, это система, да, которая рассмотрена не с точки зрения аксиоматического метода, а вот уже сама по себе, как некоторая структура связана. Вот есть высказывания, которые вот как бы отделены от системы с точки зрения дедуктики, да? И они как-то замкнуты на сами себя. Такие автореферентные. Автореферентные, вот как раз в смысле дедуктивной связи, но на самом деле они системе как-то принадлежат с точки зрения семантической связи. То есть получается, что система формально имеет два уровня. Она имеет семантический уровень. Потому что нельзя же сказать, что это высказывание системе не принадлежит. Оно принадлежит системе, то есть система состоит вот из таких высказываний, которые дедуктивно связаны. И вот с некоторых, их на самом деле много, этих высказываний. И вообще говоря, вот есть там такая версия теоремы Гёделя в смысле Колмогорова, где он доказывает, что оказывается дедуктивных выводов перечислимое количество. То перечислимое, это означает, что можно предложить такой алгоритм, согласно которому, не просто счетный, а можно предложить алгоритм, согласно которому можно пересчитать все выводы. Счетный. То есть такой алгоритм существует. Счетный. Счетный называется. Да, ну, я понимаю, что счетный, но мне кажется, здесь какая-то есть разница между счетным и перечисленным. Нет. Нет, кажется, одно тоже счетное. Используется обычно счетное множество. А вот количество истин, оказывается, неперечислимо. То есть вот как-то доказывает, это Колмогоров как-то доказывает. Это на этом основано в теории алгоритмов, это да. Истинных суждений, скажем так. Истинных формул, лучше сказать так. Ну, формул, если мы тебя... Истинных формул. То есть, более общее высказывание или суждение, потому что если рассмотреть на все формальные системы. Очень интересно. Получается, что как бы... Континуально или больше? Вот и мне непонятно. Я вот до этого вопроса не добрался. И не континуально. Я не добрался. Поэтому, когда вы говорите счетное, я и думаю, два капа. Если мы говорим, что счетное, тогда действительно у нас получается, что оно либо континуально, либо еще больше. Да, либо два капа. Да. Ну, я поэтому не очень понимаю, на самом деле, речь идет ли о счетном или нет. Пока. Вот я с этим не понимаю. Ну, счетным, если они все перечислимы, можно же посчитать. И просто из этой версии, да, понимания теоремы Гёделя, вот... Вроде бы понятно, почему, да? Следует понятно, почему как бы она всегда не полна. Потому что истинных высказываний, истинных формул всегда больше, чем возможности любой дедуктики. Ведь речь идет, ведь никогда не... Здесь никогда не определяется конкретная дедуктика. Говорится, любая дедуктика. Понятно, что такое... Любой дедуктики не удается... Да, доказать все, что можно сформулировать по правилам данной системы. То есть, если некоторые правила системы, ты уж можешь составить, скажем, x плюс x равно y. То есть, входит, а вот докажи, да? Угу. То есть, все, что можно сформулировать, это не язык, не на языке, а все, что вот составить выражение или суждение по правилам данной системы. Угу. А потом доказать, оно истинно или ложно. Вот. Оказывается, что все, что можно сформулировать, не все можно доказать, истинно или ложно. Или оно истинно не можно доказать, или оно ложно тоже нельзя доказать. Либо, ну, неполнота
Просто не очень понятно, почему здесь как бы математика, арифметика. Арифметика просто это доказано на уровне арифметики. Потому что это, ну, не может доказать это их уровень. Минимальный уровень арифметики, на котором это может доказать. Ну, так нет, исторически тоже речь шла об арифметике. Про арифметику это непонятно. Так вот, не сказано, да, сколько авторефериантов заказать. А как доказывается, что их мощность больше, чем множество дедуктивных этих, знаешь? Ну, я пытался разобраться, не разобрался. Ну, я думаю, что это... Надо разбираться с теорией алгоритмов, фактически. Да, я думаю, что нужно, скорее всего, перейти на философский смысл всего этого, потому что очень часто используют именно философы для ссылки на теорему Гёделя, теоремы. Ну, это более просто сложно. Интересно, как ты говорил про операции с натуральными числами, вот какое-то авторефериантное утверждение можно сформулировать в арифметике, чтобы было хоть понятно, что это такое? Я потом говорю, да. То есть обозначаем. Мне тоже это интересно. Данные высказаны таким-то числом, данные таким-то, и записываем числами. То есть, там как? Я тоже не разберу. Я математика. Дело в том, что формул авторефериантов может быть много. То есть не может быть много, их больше, их очень много. Понятно. Но нам по идее, хотя бы одну. Можно хотя бы одну. Одну для примерчика. Ну почему-то нигде не. Я не знаю, честно говоря, какую конкретную, что ли, нам какую-то. Ну, это арифметика, ты говоришь, что любую простая, любую конкретную, с операциями, с умножением. Для убедительности, для наглядности. Ну, не математический семинар, поэтому, да, я в данном случае не стал бы требовать и сам не разбирался с математикой. Не, я с математикой пытался разобраться, но это достаточно сложно. А про мощность, вот про него ничего не сказал, что мощность его больше. Еще раз говорю, это вопрос о мощности не идет. Мне кажется, в теории алгоритмов там что-то какой-то другие термины. Там вот неперечислимость, она, мне кажется, не относится к мощности. То есть я понимаю, я тоже понимаю же смысл, что такое счетность. Но почему-то там не идет вопрос о счетности, а почему-то другие термины. И почему это непонятно, надо разбираться. То есть речь идет об алгоритме. Понимаешь, что алгоритм указывает, каким образом можно перечислить все элементы. Следует ли из этого, что оно обязательно счетное? Непонятно. Ну, понятное дело, что всякое счетное множество можно перечислить, это понятно. Угу. А можно ли, а допустим, некое множество, но ты его можешь перечислить, а всегда ли оно счетное? Это непонятно. То есть обратно непонятно. Что всякое счетное множество перечислим, это понятно. Если вдуматься, на самом деле, что такое авторефериантное высказывание в том примере, на котором основывается Гёдель, да, что вот берется некое высказывание, так и говорится, само высказывание себе говорит, что оно невыводимо. То, что нельзя, я понимаю, почему пример нельзя привести, потому что этот пример связан как-то должен быть авторефериентным. А как можно на объектном уровне придумать авторефференцию? Авторефференция возникает, вот есть, давайте вот я про уровни начал говорить. Вот есть два уровня, вот уровень объектный, там, где вот есть натуральные числа, да, объектный уровень. А есть уровень логический. Фактически, что такое авторефериенция? С логического уровня возникает высказывание, которое на себя зацикливается. Но оно принадлежит системе. Вот в чем проблема. И когда говорится, что это высказывание не выводится... Ну, мы поняли, да, что это... Так вот, подожди, а пример же, по-моему, с самого начала привел. Да? Что утверждение А... Ну, Игорь говорит, что на объектном уровне. Мне кажется, на объектном уровне, наверное, авторефериенцию-то не устроит. Кстати, вот мне лично было непонятно само утверждение, что содержание утверждения А состоит в том, что А не выводится. Да. Мне, честно говоря, это как-то было непонятно. По идее, вроде бы должно, так сказать, А, когда мы говорим, что А не выводится, вроде бы А должно иметь некое содержание отличное. Утверждение, что оно не выводится. Нет. А в чем, понимаешь, что на этом это же некого рода парадоксальное высказывание. Но оно понятно, да, в чем оно состоит. Ну, как бы... Ну, да, понятно с формальной точки зрения. Я имею просто арифметика тогда получается. Оно может быть формализовано средствами формальной арифметики и является формулой некой, да. Формально. То, что... Кстати, интересно бы это посмотреть, как это делается. Нет, получается, арифметика это вот не... Под арифметикой понимается не система, когда у тебя есть натуральные числа плюс операция умножения и сложения. Стас, это делается через процедуру арифметизации. Они что-то другое. По определенному принципу... Арифметика, по сути, это вот это у тебя вот... Это теория множеств. Нифига себе арифметика. Да. Ну, так оно и есть, на самом деле. Получается, что арифметика – это как бы теория множества со всеми их осуждениями. Просто всегда, когда арифметика отсылает нас к
школьной программе за первый, второй класс, вот это неправильно. Слово арифметика. То есть арифметика здесь, я как и говорил, с самого начала это нечто более сложное. Просто почему именно нужна арифметика? Есть такая процедура арифметизации. Каждой формуле, каждому слову вот, в формальной системе сопоставляется некое число по определенным правилам. Причем, ну там вот, есть определенного рода теоремы, там, по которому это можно сделать взаимооднозначно. То есть всю, все высказывания, причем это важно на самом деле, если бы это было сделать нельзя было бы, да, тогда бы, если бы нельзя было бы все, все. Да, и оно по определению получается тогда количество высказаний счетно. Если ты, ну, ты же не знаешь. Количество высказаний перечислимо, не счетно. Опять же, я говорю, слово счетное почему-то не применяется. Значит, все называют слово перечислимо. Есть некий алгоритм, по которому можно их перечислить. Если ты каждому можешь поставить какое-то число, соответственно, то таким образом ты в сущности ты. А доказательство состоит в том, что вот это высказывание, связанное с тем, что А и такая формула, которая невыводима, формализуется, ему придается некоторого рода число. И доказывается, что такой номер есть. Понимаешь? Что есть такой номер, что, что вот этому номеру соответствует это высказывание. То есть среди, среди различного рода формул есть такая формула, то есть есть такой номер, который соответствует этому высказыванию. Если оно есть внутри системы, да, то вот оно вот обладает таким свойством. То есть это я рассказываю как бы интерпретацию, да, стандартную интерпретацию того, что получается формально. Это можно показать формально. Просто требует вам это введение какого-то формализма. На самом деле там доказательство такое это сложное. Там, а как раз там достаточно просто доказывается. Там есть просто одна теорема там сложная, которую как бы доказывается отдельно. А все остальное как бы на основе этой теоремы. А нам-то что? Так, вот суть-то дальше. Вопрос, в чем состоит интерес? Интерес состоит в том, что вот по поводу этих авторефериантных высказываний, да, можно было бы дедуктивную систему устроить следующим образом. Вот, как вот в принципе, как бы, который является, как мне кажется, тоже достаточно естественным образом. Можно было бы зафиксировать какие-то аксиомы и считать, что вся система состоит из всех тех теорем, которые можно вывести из аксиом. Да? И ничего другого. То есть все остальные высказывания, которые существуют в системе, сказать, что просто они не имеют смысла и все. И тогда получается, что эта система, если все эти аксиомы истинны, да, и одновременно не противоречивы, то просто система будет полна и не противоречива. Угу. То есть проблема-то состоит в том, когда начинает разговор не так, а когда начинает разговор с того, что вводит, так сказать, язык, да? Некий язык, как бы, то есть вводит понятие символы, понятия и прочее. То есть когда в некотором языке вводит, точнее неправильно, не язык вводит, а в некотором языке вводит формальную систему на основании того, что вводит некие символы, да, из этих символов составляет слова, фразы и так далее. Тогда получается, что у нас вот эти количества теорем не определено. Сразу, да, то есть их. Да, у нас получается. Все, что можно осмысленно высказать, да, вот в этих символах, все будет теорема. Да, у нас язык тогда получается, что определяет внутри самого языка настолько, что он язык, определяет такое количество специальных сущностей, да. Которые как бы. И то ли даже непонятно, это существует ли они или не существуют. Нет, они существуют в языке, то есть сказано. В языке существует. Да. Но доказать их истинность и ложность внутри этой системы невозможно. То есть тут вот это вот как бы дедуктивная система, с этим все просто, а вот системы, которые строятся, а другим способом? Специально. Потому что про химеру мы можем сказать, что ее нет, а про льва что он есть. Нет, если атологический статус, мы возьмем просто язык, да. Скажем, обычный язык вот наш, да, обиходный язык, и можем сказать все, что угодно на нем. Да. Да, и при этом даже можем сказать что-то соответствующее нам кажущейся, ну, реальности, то есть референдум, да. Да? Вот, но доказать, логоцентризм исходит из того, что если я говорю, что вот этот стол коричневый, значит, я могу из некой системы аксиом доказать, что это истина. А оказывается, что нельзя доказать. Ну, есть же еще и, помимо референдумов, я автореферендум, высказывание есть еще и. А, это как раз вот химера, например, это референтное высказывание. Ну да, она само себя. Бывают логические высказывания. Логические. А если есть третья категория, по которой мы ничего этого сказать не можем. То есть ее статус не такой, как у льва и химеры, да. И не такой, как у коричневого стола, а какой-то другой статус. Сипульки. Да. А, ну сипульки тоже. Ну. Ну по поводу еще аксиом, на самом деле. Интересно, что вот это высказывание, что высказывание А не выводится в системе S, оно же на самом деле имеет смысл аксиома. И что такое аксиома, да, вот если вот мы в такой формуле смотрим, да, что есть в системе всегда некие высказывания, которые не доказываются, которые берутся как истинные. Да, еще очень интересно. У него смысл аксиомы, но имеет оно характер вот такой. Да. Из него ничего нельзя вывести.
Ну тогда это и не аксиома. Это не аксиома, конечно. Да, вот и получается странно, что она имеет смысл. Аксиома все принимает за истинную, но вывести из этого ничего не может. Язык оказывается богаче любого мира. Так это, да, вот это язык богаче, чем... Это основной смысл, в принципе, который... Да, и что изнутри, ну если вторая теория Макьюдрика, которая как раз связана с тем, что изнутри системы невозможно доказать ее непротиворечивость. Если, то есть, опять же, изнутри достаточно богатой формальной системы невозможно доказать средствами этой системы ее непротиворечивость. Да, язык богаче любого мира. Это интересно, что он богаче. И богаче он в силу того, что он вводится вот таким да, образом. Да, 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 да. Язык богаче любого мира. Таким образом, он должен какой-то... Ну, вот как мы всегда любим говорить о паразитарной функции существует. То есть, настолько он язык, настолько он и паразит над миром. Ты описываешь мир, пользуешься языком, и ты сразу же получаешь целый народ, целую коллекцию паразитов всевозможных, которых самое смешное, что больше, чем о своих мысленных высказываниях, которые ты языком пытался. Да, кстати, среди таких недоказуемых высказываний есть же вполне как бы совершенно никакие не парадоксальные, не авторефентные, а совершенно вполне. Ну, вполне нормальные, да. Но потом нельзя доказать. Угу. Ну, например, один из таких примеров это континуум гипотеза. То есть в рамках вот этой. А известно, что нельзя доказать, да? Да. Ну, и смысл, наверное, может, тогда такой философский, если брать ответ всем гениям, которые пишут единственную верную философию, да, систему, что никакой локальной системой не исчерпать мир, то есть нет единственно верной системы, вот, и даже ее, если она и вся непротиворечива, а или, с другой стороны, если она непротиворечива, значит, она в любом случае не полна. То есть если кто-то говорит, вот у меня все непротиворечиво, вот найди у меня ошибку, вот найди, у меня все. Нет противоречий. Значит, заведомо твоя система не полна. Только вот полноту здесь надо понимать, вот я это на самом деле тоже вдруг обнаружил, что полнота, которая идет речь теорема Гёделя, она имеет значение дедуктивной полноты, то есть вот значение вот этой связности. А полнота, которую мы обычно имеем в виду, да, допустим, она имеет эту семантическую полноту. И вот это вот как бы нельзя путать. Я почему-то думал, что если мы говорим о том, что Бог как бы, да, вот отвечает на все вопросы и тем самым систему замыкает, это и есть та самая полнота. Да. На самом деле это полнота вообще, семантическая, но не индуктивная. Нет, это не речь. Я имею в виду индуктивную. Так и Бог не может, самое главное, и Бог не может такого отвечать, замыкать. Это дело не в этом, а это не есть замыкание в смысле теоремы Гёделя. Угу. То есть, так, ведь, еще в этом, по поводу этого штука, еще гораздо интереснее получается. Не то, что ты придумал какую-то окончательную теорию, которая может быть либо не противоречива, либо не полна. А в ней состоит в том, что когда ты эту придумал теорию, ты обязательно создал некую мир или некий набор правил, такую систему создал, которая богаче мира, которого ты хотел описать. То есть получается, вот этот получается такой регрессивный характер языка изначально. То есть ты придумал какую-нибудь чушь, например, то, что есть капиталисты и пролетарии. Из этого можешь вывести огромное количество суждений, которым ничего не соответствует в принципе. Да, и которым ты даже не можешь, самое смешное, проверить их не можешь никогда. И ты вот в этом в языке, в режиме автоколебания, не существуешь, как вот это количество пенсионеров, которые навалили сейчас на наш сайт, которые живут чисто в режиме автоколебания. И живут в этом... То есть если представлять мир себе как сферу, логическую систему как плоскость, да, то тут есть некое касание вот сферы, и где-то в маленьком промежутке ты можешь аппроксимировать, а дальше уходит на бесконечность трепотни, которая уже далеко. То есть глобус раскладываем, то есть у нас Гренландия уже вот такая вот, Антарктика вот такая по сравнению, а если дальше еще продвигаться, то есть там получится вообще полная ерунда. И это было бы только на уровне экватора где-то... Было бы еще полная беды, но там еще появляется Атлантида, которая никогда не существовала. Да, потому что она выходит на бесконечность. И ты в этом режиме можешь существовать, она вот регрессивная функция языка. То есть язык, как дискурс получается, он навязывает... А внутри этой плоскости все сходится. Мир у себя, он навязывает мир у себя. Ну... Он навязывает себя с интенсивностью, но очень странным образом навязывает. Не как в качестве ложности каких-то, или не в качестве странности, а вот именно как существует в режиме автоколебания. Проблема состоит в том, что в языке у нас просто есть высказывания, которые не относятся к самому миру, а который вотрях. Да. И работает еще... То есть язык сам себя потребляет. Но они являются элементом мира. Ну, для нас.
Нет. Ну как для нас? Для мира? Но они же есть. Вот я что скажу? Что бы я сейчас ни сказал, это является элементом мира. Что бы ни сказал. Ну в широком смысле понятия. Ну в широком смысле мира. А не так называемые... Если бы миру было бы не наплевать на наш язык, то тогда бы да. Но ему-то наплевать, как-то не свидетельствует. Нет, ну как, любую чушь, которую мы говорим, все равно составляем некий элемент мира и что-то как-то движет. Я-то просто хочу сказать про такое понимание мира, как нечто принципиально не похожее на систему, то есть на язык. На систему нет. То есть вот. Это как раз вот одно из следствий теоремы Гёделя, ну как бы так. То есть как раз ошибка в этом-то и состоит. Что мир не системен. Что мы пытаемся понять как систему. То есть, а он не системен. Он принципиально не такой. Он не системен, он системен локально, скажем так. То есть мы можем локально выделить выделить некоторый объект и посмотреть на них системно. Получается, что совсем не можем. Конечно. Нет, почему? Мы можем представить вот стол как систему, да? Ну. И как только мы начали представлять, как мы о нем начали говорить, то у нас все и пропало. Ну, если ограничения не наложили, то есть если мы действительно... Мы начали говорить о чашке, мы начали говорить об экономике, у нас уже все погибло. Потому что мы начали говорить. Но опять же, такова жизнь. Да, такова жизнь. Получается, что все, что не говорит... Система только локальна. Локальна и ограничена. То есть получается, что мы никогда в силу собственной языковости языка не ухватываем мир ни насколько. Нет, насколько? Вот Александр думает, что насколько-то, я так говорю, что не насколько. А насколько? Нет, не насколько не ухватываем. Да. Насколько? Не насколько. Я и говорю. Скажем так. Это, то есть то, что мы говорим и строим систему, это мы не ухватываем мир, а лишь делаем опору для своего внутреннего ухватывания. Ну, возможно, да. Вот своего внутреннего ухватывания, не вербализируемого. То есть мы даем некую платформу, на которой можем стоять. Да, не ухватываем мир. То есть сама платформа, то есть логическая система, сама платформа, она не ухватывает мир. Но, по крайней мере, мы на эту платформу можем встать и что-то сказать еще, что-то помыслить. Да, можем. А переходя с платформы на платформу, мы можем как-то создать себе какой-то образ, что-то. Ну, естественно, что сама система, она... Не, ну, ведь можно запретить в системе авторефентное высказывание каким-то образом. И, ведь, может, таких проблем не будет? Да, нет, конечно. То есть куча систем, у которых запрещены. Но она еще уже, то есть... Так она не будет системой в вашем смысле. Нет, минуточку, так а есть высказывания недоказуемые, совершенно не являющиеся авторефентными? Вот есть ли такие? Вот континуум гипотезы, тебе пример такого высказывания. Все, что не существует, ну, много... Но она не разве нарушает это полноту системы? Ну-ка, она недоказуема в рамках аксиомы. Нет, ну еще раз, так все правильно. Если какие-то начальные высказывания мы можем принять в аксиомы, мы считаем просто истиной, а не потому что истина. Да, мы не можем их доказать. Это мы доказуемы в данной системе, потому что я просто это доказываю. А авторефериентное или там рекурсивное высказывание, они сами себя доказывают, понимаешь? Правильно, в данном случае, то есть они неправильно, они доказывают, они просто самоисполняющиеся. Если они выводятся, вот, например, как это высказывает, если оно выводится, значит... Оно ложное. Если оно не выводится, значит оно истинное. Континуум гипотезы не выводится из аксиоматики теории множества. Стандартная аксиоматика теории множества, она не выводится. И опровергнуть ее невозможно. Кстати, можно вот того и другое высказывание авторефериентное, что если высказывание так строится, высказывание это Б таково. Если выводится высказывание Б, то выводится высказывание не Б. То есть так вот высказывание строится. Да? То есть получается, что одновременно выводится Б и не Б. Так вот это. Можно так это интерпретация. Теорема Гёделя там, в форме Россера, есть такая вот. То есть оно, на самом деле это другое высказывание, но построено так же. По сути, как бы, если посмотреть, доказательство так же, что происходит. То есть я бы сделал вывод такой, что нужно относиться к этому прагматически. То есть если тебе нужно рассчитать какой-то формуле движения ракеты, ты рассчитаешь, она полетит туда, полетит. Вот. То есть проблема в том, изначально ставится, насколько я могу расширить эту формальную систему, могу ли все рассчитать. А надо ли? Если я могу рассчитать вот здесь, я это рассчитал. То, что при каких-то граничных условиях там формулы не сойдутся и будет неистинно, меня не волнует. Меня волнует вот, у меня есть масса и предел скорости. Я рассчитываю это, рассчитываю. Так и в философии. У меня есть некий конкретный взгляд, некая конкретная точка, некий набор категорий. Я в узком фрагменте что-то высказал, но я не имею права распространять это дальше. Прагматически.
прагматичным. Я получил прагматичный результат, что-то уяснил, все, стоп. Мне не должно быть гегелевской претензии на полноту описания мира. Должно быть прагматичное описание конкретной области. А я-то как раз еще вижу тут проблему, связанную с истиной. Дело в том, что вот тут появляется сразу внутри системы три вида различной истинности, которые в каком-то отношении понимаются как одно. То есть на самом деле то, что аксиомы истины, мы же, это же как бы внесистемная, да, операция. То есть мы принимаем аксиомы за истины. Почему мы это делаем, как говорят? Просто мы должны что-то принять за истину, чтобы вообще начать чего-то рассуждать. Да? То есть это одно понятие истины. Другое понятие истины, оно связано с логическим выводом, да, то есть из истины следует истинность. И третье понятие, это вот когда высказывание как бы самоосуществляется. И мне кажется, что вот тут вот три разных понимания истины, они как-то объединены в понятие одно. Одно понимание истины. А это одно понятие, высказывание, оно так я сформулирую, что есть логическая система, или, скажем, логический мир целиком, да, и любое суждение, принадлежащее этой системе, по определению является истинным. Вот и все. То есть все три это и есть. То есть если... У них смысл разный. Они без разницы. Не, ну вот тут здесь стоит тонкость. Нет, скажем так, смысл истинности, если сформулировать так, вот есть логическая система, объединяющая истинные суждения. То есть, по сути, что если суждение не истинно, то он не принадлежит этой системе, да? Вот. То есть сам факт принадлежности, это уже есть истинность. А как внутри? Либо мы постулируем, либо выводим, либо автореферентно. Да. Но сам факт принадлежности системы – это и есть истинность. Ну, скажем, сам факт принадлежности некого суждения Библии, просто факт, написано там. Это я понимаю. Это есть что-то истинное суждение в этой системе. Сам факт, то, что сказал пророк Мухаммед, то есть вот сказал и записано в Коране, это уже достаточно. Хотя где-то оно может быть доказано. Из этого следует то-то, поэтому то-то. Где-то можно сказать, он так сказал, а где-то, может быть, просто случайное упоминание само по себе явное. То есть сам факт принадлежности элемента системе, это и есть констатация его истинности. Это все правильно, но просто я на этом различии, вот я просто собираюсь дальше с ним разбираться. Мне кажется, что здесь что-то есть, что... Вообще говоря, суть вообще во многом философской работы состоит в том, чтобы вот такие вот тонкости различать. Может быть, так это... Я понял, в чем дело. Досужее дело. Смотри, так у меня получается вот это самое высказывание, которое типа Ялгута было, да. Оно не является авторефентным. Почему? Оно почему оно авторефентным? Оно самоисполняющееся. Оно почему? Авторефентным, потому что оно о самом себе говорит. Ну нет, оно... Оно говорит, это я, невыводимо оно говорит. Как оно? Оно авторефентно? Высказывание состоит в том, что я невыводимо, оно говорит. А, просто авторефентно, да, неправильно. Авторефентно, или лучше рекуррентно говорить. То есть оно говорит, что... Рекуррентно и референтно – это разные вещи. А в чем различие? Я, честно говоря, считал, что это одно и то же. Где-то в каком-то семинаре упоминали, я писал еще. Нет, вот Стас, хороший пример притащит по поводу этого. Вот, например, это утверждение, континуум гипотезы, да? Она у тебя оказывается невыводима в рамках данной системы аксиом. Ну, в теории может. Но ведь оно же не является высказыванием типа вот этого, высказыванием типа Ялгу. Ни в коем случае. Не является. А? Но, еще раз говорю, тут не является. Надо различать аксиомы, да, ну, которые в любую теорему здесь можно принять в качестве аксиома. Смотри, как мне со Стасом, быть может, правильно поняли. То есть высказывание у нас... Как его? Можно назвать его автореферентом? Влад, причем есть теорема? Теорема, зачем тебе применить, если вот у тебя есть, вот тебе написано 3 там, А, 3А и 3Т, ты одну из этих Т же ты не будешь принимать в качестве аксиомы, потому что она выводишь. Ну, а зачем? Как поэтому? Ну, еще раз говорю, Стас, хорошо, а как доказать истинность вот этих, если не считать, что можно... Нет, как доказать? Если есть система аксиомы, теорема, может быть, местами. Менять местами, иногда. Тогда придется убрать... Иногда. Одна из аксиом А станет теоремой, она же перестанет аксиомой. Да, она перестанет теоремой, да. Нет, ну подождите, так вот прав референтов, какие гипотезы у нас не являются... Еще раз, вопрос следующий состоит. Мы привыкли, люди, да, выбирать нечто самое простое в качестве аксиомы. Но аксиомы можно выбрать что угодно внутри системы. Причем здесь континуум гипотезы? Причем она здесь? Мы выбрали ее в качестве аксиомы. Могли бы выбрать нечто другое. Причем здесь ты выбрал в качестве аксиомы? У тебя уже есть аксиома. А как они доказаны истинности? Как установлена их истинность? Как?
как установлены их истины. Чтобы вот здесь получилась истина, здесь должна быть истина. По определению. По определению, правильно. И поэтому какой-то, это идет разговор о логической истине. По определению аксиомы считаешь истинными, значит эти истины тоже по определению фактически. Ну и что? Правильно. Дальше. Это первое понимание истины. Второе понимание истины, когда высказывание самоисполняется, оно говорит о себе, что оно истинное. Ты немножко, ты вообще о чем говоришь-то? Мы тебе говорим, какие гипотезы. Я говорю о том, что... Мы разные. Я говорю об истинности. Я не понимаю, почему есть какие гипотезы, я говорю об истинности. Потому что это пример такой же... Наберете в качестве примера. Что прям не авторефериентно. В системе очень много неавторефериентных высказаний, очень много. Которые недоказуемы и неопровержимы в рамках аксиоматики. Как? Потому что они аксиомы. Это не аксиома. По определению нет аксиомы. Это не аксиома. Это не выводится. У тебя есть, давай я вам вспомню, у тебя есть теория множеств. В ней существует гипотеза, которая состоит в том, что между множеством счетных чисел и множеством континуумов не существует множество какой-то другой мощности посередине. Вот, это она не аксиома, это просто гипотеза, по которой известно, что она не выводится. Ну и что? Да? Ну, существует это, эти... Это континуум гипотезы. Не, я говорю, существует каких-то таких птеродактилей. Ну. Это аксиома, она не выводится. Отошли уже, я не понимаю, ну, какая проблема. Что-то существует, и что? Есть, да. То есть... Что-то существует. Но не является. Хотя это есть еще что-нибудь. А при чем здесь это? Но оно не является авторефериентным. Не является. Но, вот и много высказываний других не является авторефериентным. Вот. Их много. Их много таких высказываний. Да, и можно сказать, что в системе аксиом А у тебя, то есть множество, у тебя какие-нибудь гипотезы, мы не можем ничего сказать ни об истинности и ложности. Она не является авторефериентным. Ну, а о бизнесе и ложности можно сказать. Ну, наверное, есть, но это как бы уже другая тема. Ну, это, я не уверен. Да. А в чем смысл этого высказывания, я не понимаю. Ты что-то, вопрос строится так, что есть некоторая система, надо доказать, что она не может быть полна. Внутри системы хитрыми способами находится высказывание такое и доказывается. Это старая тема, да? Достаточно указать один пример, что система не полна, для того, чтобы доказать, что она не полна. А ты что хочешь сказать? Что существуют такие аксиомы и что? Нет, я хочу понять, что такое автореферентность. Автореференция, когда высказывание говорит о самом себе. Да. И когда содержание высказывания обещает само это высказывание. Теперь, теперь говорить автореференция, рекурсивность. Она, почему возникает, возможно, автореференция? Потому что два уровня. Есть первый уровень объектный, второй уровень метаобъектный. Он тоже включен внутрь системы. Угу. Если бы второго метауровня не было бы, тогда бы не было никакой автореференции. Оно невозможно было бы. За метауровень. Ну что, уровень объектов и уровень операций. Да, не противоречивость, полнота, истинность, сложность, это все метауровень. Высказывание о высказывании. Ну, поскольку это существует высказывание может высказать о самом себе, поскольку оно тоже включено в систему. Либо высказывание высказывает о объектном уровне, либо оно высказывает о самом себе. Если оно, можно построить такое высказывание, которое высказывает о самом себе, чтобы вся система стала неполна. Так вот, либо противоречивым, в зависимости от того, что с этим высказано. По континуум гипотезу, в каком смысле можно говорить о истинности и верности континуум гипотезы? Ну, в любой системе аксиомы есть, причем есть конкретно континуум гипотезы, но много есть всяких разных аксиом. Тем более, если то, что ты говоришь, это даже не аксиом, это какая-то гипотеза о существовании. Нет, чуть-чуть уже... Не о том. По крайней мере, я уже не понимаю. Да, я тоже, понимаю. Если честно, я тоже не очень понимаю. Эк. Все? Все? Все. Все. Вы бы рассказали, что такое гипотеза? Игорь рассказал.